Последние два года Илья Лагутенко пропал с радаров поклонников. После начала СВО группа «Мумий-тролль» объявила о прекращении концертной деятельности. Максим Покровский давно жил на две страны, а политическая ситуация последних лет заставила его сделать окончательный выбор в пользу США. С некоторыми коллегами по сцене музыкант продолжает поддерживать общение, правда, лидер группы «Мумий-тролль» к их числу не относится. «Я полагаю, что Илья Лагутенко живет какой-то нормальной человеческой жизнью. Наверное, не умирает с голоду и по какой-то причине не высказывает публично своего мнения, какое бы оно ни было. Он, наверное, считает, что так правильно», — сказал Покровский в беседе на YouTube-канале и грянул грэм. О планах Лагутенко лидер группы «Ногу свело» слышал лишь из новостных пабликов. Насколько я знаю, группа «Мумий-тролль» собирается активно гастролировать по Европе и США. Наверное, та пауза, которая была взята, они решили, что им нужно тихо провести это время, добавил музыкант. Макс Покровский уверен, что далеко не всем артистам нужно публично высказывать свои политические взгляды. «Я считаю, что если музыкант какое-то время активно работал попой, сидя на двух стульях, и пытался их совместить, когда они разъезжались, нормально. Если он будет просто продолжать держать свою будку закрытой», — высказался певец. Покровский не сомневается, что многие его коллеги делают громкие заявления ради заработка и пиара.